Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Частое разочарование и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Художественные, артистические и литературные способности этим людям присущи необычайная интуиция, интерес к экзотерическим наукам, отсутствие комплексов, желание руководствоваться собственными этическими нормами. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Тем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Расположенность к лени у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Владельцы этого имени – неисправимые романтики и мечтатели. Их единственное глубочайшее пристрастие – возможность свободно путешествовать без каких-либо ограничений и обязанностей. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.